хорошие сиськи. Ебаться не хочешь? Нет. Молодая еще, нет? Нет. А тебе 18? Может, потрахаемся, не хочешь? Нет. А, дрочишь, я понял. Ну ладно, давай, дрочи. Давай, котенок, целую тебя. Сиськи, сиськи хорошие, молодец. Природа, блядь. Природа матушка. Да. Такая же хуйня. И спасибо именно. Да, спасибо мне. Спасибо мне, спасибо. Это я, бля, легенда. Ну ты сексуальный, нет? Или я вот сексуальный, блядь, не могу понять. Не знаю. Ну ты близнул мне соски, нет? Скажи что-то. Нет. Ты ебать, ты что, вообще не ебана, не сосана, что ли? Скажи прям, как есть, блядь. Сиськи здоровые. Хотел со мной переспать, так и есть, блядь. Попрыгать на мне, нет? 69-ку. Нет. Ебать, ты что, приличная, что ли? Да. Прости меня, котенок. Я испортила мир. Меня прожгли. Я прожженный. Я прожженный ублюдок. Влюбляешься? Уже. Конечно. Уже, как это называется? Блядь. Сейчас. Уже сырая? Нормальная тема, да, бабе сказать? Ты сырая? Ты уже сырая? Типа ты завелась? Сырая, блядь. Я одной подружке сказала, она охуела. Пришлось, блядь, пальцами доделать. На крюках взял, нормально все. Всегда работает. Если лизать не хочешь, просто на крюка берешь и нормально. Потом поймешь. Повзрослеешь. Тебе сколько лет? 26. Но тебе понравился, нет? Может, я не такой ебанутый, как кажусь? Ну, не знаю. Бля, ну ты чё? А ты из Москвы? Да. Может, реально закружимся, нет? Трахаться можно не... Трахаться не надо. Трахаться не принципиально. Да. А ты сразу трахаешься? Бля, ну хуй знает. Ну скинуть инстаграм тебе. Соски хочешь покажу? Да не надо. Ну бля, она у тебя больше. Но я тебе понравился, что ли? Долбоёб, да? Симпатичный долбоёб попался. Дебил, нахуй. Очень интересно. А у тебя, наверное, мужик? У тебя муж? Нет? Мужика хочешь? Нужен тебе? Я бесхозный, блядь. Я как этот чемодан без ручки. А, да? Ну да, не нужен вообще никому. Совсем. Даже самый, блядь, самый кривой собаки, и то не берут. Ну да. Ну я милый. У меня вон только усы растут, надо побрить. А то я тут ни одну девку не подцепил. Да? Ну как считаешь, я не знаю. Может... Ну ты б со мной поцеловалась, скажи честно. Я не знаю. Бля, я такой стрёмный, что ли? Пиздец. Надо сходить да на ботокс. На ботокс сходить, блядь, пиздец. Морщины. Зачем? Ну 26 уже потасканный, да, сильно? Да нет, я тебе не буду сейчас. Ну, симпотная? Нет, скажи честно. Но ты хорошенькая. Да, да. Бля, нихуя себе такая интересная. А как тебя звать? Меня Владик. Именно. А где ты живёшь? Я на Первомайке. Я Москву плохо знаю. Ну, я тебе расскажу. Да. В своей комнате. В маленькой коморке. Бля, я похож на гея? Может, я гей? Может, я гей? Бля, мне кажется, я ебанулся. Нет? У тебя какие ощущения? Первые ощущения твои какие? Котенок? Ну да, ты, мне кажется, ебанулся. Я ебнутый, да? Ну тебе нравятся ёбнутые мальчики? Бля, ну ты фигуристая, пиздец, я таких не видел. Реально могли бы закружиться. Бля, как тебя склеить-то, я не могу понять. Я и не умею. А? Ну скажи. У меня такой микрофон хороший. А я музыкант, у меня еще вон такая хуйня есть, бля. Только не говори, бля, что мне надо что-то эту хуйню эту показывать, музыку делать. О, видишь? А, понятно. Я музыкант ебаный, бля. Я, короче, купил, чтобы девки велись. А дева куда нихуя, ни одна. Да. Не полезать ничего, да. Да скучно, да. Даже не лизнуть. Ну аккуратненько так нежно. Язычком прям. Анусы, сама понимаешь. Ну типа, а точки G вообще и речи нет. Да.
Никакого крюка просто. Ты смущаешься, котенок? Я сам смущаюсь. Ты знакомилась с мальчишками на улице? Я ни разу с папой на улице не знакомился. Нет, не знакомилась. Ты скромная? А, нет, я один раз знакомилась. Ты подкатила к какому-то хую, он сейчас красивее меня, что ли, будет, блядь? Я тебе и так, блядь, и боком, и не боком. Я пьяная была. А, пьяненькая. Мне кажется, я тебе понравился, это точно. Ты симпатичнее, ничего не скажу. Бля, а как же мы тогда увидимся? Самоизоляция. А, ты сидишь? А что ты дрочишь? А что ты делаешь? Ничего. Дрочишь, да, походу? Ага. А на кого учишься? Я работаю. На кем? Парикмахерский. Блядь, такая же хуйня. Но я в барбершопе. Бля, может реально это? Да, уже второй месяц. Это просто ебаная днище. А он... Подожди, не, все, ты не знаешь, продлили 14-го. Да мать моя женщина, ужас какой. Блядь, сколько... Ну вот у нас вчера эта хуйня собрание было. А, блядь, он сказал, типа, как скажет Собянин. А так 14-го, да. 14-го, блядь, сказали это 3 дня назад. Или 2. До 14-го. Точно до 14-го. Ну что, спишемся, да? А ты ко мне поедешь, не? Хочешь? А хули? Ну домой, ебать, а где я, блядь? Я вон в сарае живу, блядь. 2 на 2. А хуй мне делать? Я один тут, прикинь? 2 месяца уже. Я тоже дома 3 недели. Ну ты богатая, надеюсь. Нет. Ну да. Может, я богатый? Нет, не знаю. Бля, а ты в каком салоне работаешь? Бля, нам знаешь, что... Ну, давай. Шанхай. Как, блядь? Ну, типа, не, женский, не женский. Какой-то крутой, да? Ну, просто салон красоты. А. Бля, я просто, ну, в обычном таком. Нам сказал, что пиздец, парикмахеры, типа, вся хуйня, сейчас кризис, будут, типа, много свободных мест, короче, безработица, так что мы уберем выход. Такой, нихуя, бля, заебись. Не, у нас не все. Я работала последний раз в конце марта. Бля, ну я даже в апреле. Не, я в конце апреля. Май, март. Апрель-май, да, идет? А, ну я тоже в конце марта, где 27-го последние дни. Я 29-го просто улетела отсюда. А, под Москвой, да, куда-то? Далеко? Нет, я до 2000 километров отсюда улетела. А ты там живешь, что ли? А как ты вернулась? Тебя же похуй пустили. Так я 3 раза билеты и покупала там. А-а-а. Что они соединяли. Ну, с горем по голове вернулась. Ну, ты там без меня скучаешь, да, уже, пиздец? Ну, я вижу по глазам. Бля, ну, у меня уже глазки налились, нахуй. Я такой думаю, ебать, нихуя себе девочка нашел. А может, реально? Я наивная. А ты кто по гороскопу? Я? Нет. Кто? Лев? Нет. А, ебать, ты меня съешь. А я дева. Я девочка. Ебать, ты меня съешь, нахуй, просто. А я никогда не видел, не встречал его. Ну да. А что они, бля, сейчас посмотрю, где во львы. Подожди, ебать. Сейчас я узнаю. Да. Скажи, а ты бы не поехала? Блядь, а ты бы ко мне поехала? Или скажи хуйня. Типа дрочь, да, какая-то? Ну гулять мы не пойдем. Скажи, ебаный сутенер, что ты хочешь, блядь? Я милашка. А ты где живешь? Возле бульвара Косовского. Ебать, а что это за ветка-то, блядь? Это желтая? А, красная. Вверх? За университетом, да? За Воробьевыми горами, туда? Скажи, да, что он несет, хуй знает. Да. Да. Блин, я на метро больше не езжу. Поэтому у тебя знаю, тачка есть? Компанию. Тачка у тебя? А? У тебя тачка? Нет, меня брат везет. О, нихуя. А ты что, с братом живешь, что ли? Да. О, ебать, ну как, нормально? Нормально, только ему уже 3 недели думать. И ты одна скучаешь? А ну у тебя парень, наверное, блядь, в салоне, там же дохуя мужиков ходит. Вот у нас пиздец, баб нет вообще, блядь, заебало. Ну, салон мужской. Только геи, блядь, да и обычные. Серьезно?
Так и есть, так и работаешь. Вот я когда работал без выходных, ну пиздец. Только с пацанами общаешься. Там, ну может, знакомишься в Тиндере, бля. А гулять некогда, ибо с 10 до 10. Вся хуйня. Хуй с ними общаться. А, с 9 до 9? А чё, мужика у тебя нет? А может рано? Ты хочешь мужика, нет? Я тебе нужен. Пиздец. Бля, ну я же милый. Кто мне звонит, блядь? Я же милый, скажи. Напиши в Инстаграм, напишешь? Блин, я телефон разбила. Скажи, а как запомнишь? Че, впустую, да, пиздел? А как ты меня найдешь? Котенок, ну ты записал. Влад Широков 9. Ну, я сейчас тебе ВКонтакте скину тебе сообщение. Давай. Давай, да. Скинула? Да. Все, добро, давай, спишемся. Ну напиши там, Эхни. А хули, рядом живешь, парикмахерш, я тоже, блядь, парикмахер. Бля, может закружимся, кто его знает. Ну ты симпатичная, хорошенькая такая. Спасибо. Да не за что. Растерялась пиздец, да? Скажи, ебать, альфач залетел на блок. Ну вот так вот, малыш, делаем. Делается. Давай, целую, обнял, поднял. Давай, пока.